Скажите, что мы отмечаем 12 июня? О, День России, конечно, отмечаем. В 1994 году, да, в 1994 году Ельцин издал указ. Вот. В 92-м. День независимости России. Ну, в 94-м, по моему мнению. А от кого мы независимы-то стали в 92-м? Ну, Советский Союз распался, и Россия стала независимой республикой. Да, согласен. А вы что считаете? Поддерживаю полностью коллег своих. День России. А что произошло в этот день? Не особо знаю. Честно. А вот просто ваше мнение. Никто не знает, но вот как вы считаете? Явно какое-то очень важное происшествие в истории России. В 92-м году? Ну, я не гуманитарий, извините. Неясно, да, что в этот день произошло? Мне тоже непонятно. Вот мы просто хотим найти, кто-нибудь знает, хоть один-то. Нет, ну, 1992 год, я не знаю. День России. А что произошло в этот день в 92-м году? День принятия декларации, по-моему, да? Угу. О суверенитете? Да, о суверенитете России, Российской Федерации. День России. А что в этот день Россия образовалась? Нет, Россия не образовалась в этот день. День России. А что произошло в этот день? Конституция, принятие новой. День России, День Конституции. А что произошло 12 июня 1992 года? Приняли Конституцию Российской Федерации, насколько я помню. А вы как считаете? Я согласна, День независимости России. Ух ты, неизвестно. День независимости. День независимости? Что-то типа. А когда у нас 12 июня? Уже было. А, уже был тогда День независимости. Так. Мы потерялись во времени. Никто не знает. Да? Да. Что, какой сегодня день? Ну, что, 12 июня, что-то праздник? Нет, день города Нижний Новгород, на самом деле. Это точно правильный ответ. День России. Что случилось с Россией в этот день, в 92-м году? В 92-м году приняли Конституцию Российской Федерации. День России? День России. Что с Россией-то случилось в этот день? Не знаю. Так, ну что, как? Независимость приняли после всех этих дел, после Ельцина? 90-е, да? Да, 90-е годы. После 90-х годов праздник День независимости России, так скажем. От кого независим теперь? Мы как были независимы, так и есть независимые. Причем здесь от кого? День России. День России. А что с Россией-то случилось в этот день? Ну, независимость, получается, у нас образовалась. От кого? День принятия Конституции Российской Федерации. Скажите, пожалуйста, что мы отмечаем 12 июня? День независимости. От кого? От захватчиков. Ой, ребята, не буду я. Как, по-вашему, правильно говорить? На Украине или в Украине? Насколько я знаю, украинцы настаивают в Украине. Не будем их раздражать, так и будем говорить. А вот ваше мнение, почему они хотят, чтобы говорили в Украине? Честно говоря, не задумывалась, но я думаю, что по аналогии с другими странами в России, в Украине. Хоть они и не хотят быть на нас похожими, пусть будет так. Не будем раздражать наших соседей. На Майами. В Майами. В Украине вообще правильно. Почему? В государстве вообще правильно. А почему всегда говорили «на»? Ну, в общем, очень умное видео. А вы знаете, как украинцы говорят вот про это? Ну, вообще считается вроде как неуважительно, когда говорят «на Украине» для них. Вот мне один парень в комментариях написал, цитирую, он сказал, что надо говорить «в Украине», потому что они в жопе, а не на хую. Прекрасно. Ну вот, видимо, так. Из таких соображений. В Украине. А почему все время в России говорили «на Украине»? Это как-то более созвучно, наверное. Ну, так, не знаю, так как-то в народе стали говорить, и так и говорится. А вообще правильно «в Украине». Вы в Украине говорите? Да. Нет, «на Украине» говорю вообще-то. В «на». А вы как говорите? Я говорю «вна». «Вна Украине». Я говорю «на Украине». «На Украине». А правильно как говорить? Как мы говорим? Не надо говорить «в Украине». Сейчас новое правило вошло, по-моему, в норму. И сейчас говорят, что нужно говорить «в Украине», потому что «в» какой-то стране, «в США». И украинцы, насколько я знаю, обижаются, когда мы говорим «на Украине». Но старая норма была «на Украине», поэтому люди все еще и то используют. То есть мы все время говорили неправильно? Просто новая норма сейчас вводится, и украинцы считают, что правильно говорить «в Украине». Не знаю, как там по этим правилам, но, скорее всего, на Украине. А привычнее в Украине, получается, сейчас. Вы в Украине говорите? Ну, потому что все так, они бесконечно поправляют, они обижаются на это. В средствах массовой информации говорят «в Украине». А как бы раз говорят в средствах массовой информации, значит, это правильно говорится. Так народ принял и верит, думает. А ваше мнение, почему украинцы хотят говорить «в Украине»? Всю жизнь же в России говорили «на Украине». Они сейчас хотят делать все наоборот, всего-навсего, вот и все. Они хотят заново построить свою самодержавие, так, и поэтому делают все наоборот совершенно. Как правильно говорить, и как вы говорите, на Украине или в Украине? На Украине. На Украине. А почему украинцы требуют, чтобы говорили «в Украине»? Ну, не знаю, потому что все остальные города говорят где? В Нижнем Новгороде, в Москве, в Санкт-Петербурге. А на Украине, в России. Вместо того же, есть город Бор, говорят «на Бару». В Бару никто не говорит. Как? Может, они тоже украинцы? Подытожим, давай подытожим, да. Я думаю, на Украине. На Украине. Я говорю «на Украине», считаю правильно «на Украине». А почему украинцы вдруг стали считать, или, может быть, всегда считали, что теперь нужно говорить «в Украине»? Вот ваше мнение. Какая-то вредность, не знаю по-другому, как сказать. Да, они много что-то считают. Что не соответствует. Этот местный сленг какой-то такой, вот не знаю. На Украине. А почему украинцы вот требуют и просят, чтобы говорили «в Украине»? Не могу знать. А предполагаете что-нибудь по этому? Что-нибудь связано с языком, да. Хотят от нас совсем откреститься. В русском языке «на Украине» мы говорим. Ну, сейчас говорят уже все политкорректно «в Украине». А почему вот украинцы вдруг стали хотеть говорить «в Украине»? Не скажу. Ну, это на законодательном уровне было принято. Я не знаю. Так? Насколько я понимаю, на украинском языке принимали... Чтобы нужно говорить «в Украине». Просто много украинских фильмов из СССР еще, где говорят «на Украине», и никого это раньше не обижало и не задевало. Насколько я знаю, сейчас в русском языке, в новых русского языка правильно говорить «на Украине». Никто этого не отменял в России. Украина вправе в своей стране вводить свои законодательные акты. Кого можно назвать бедными в нашей стране? Вот меньше скольки зарплата? В нашей стране? У нас настолько разный уровень зарплаты в нашей стране, что говорить о бедности или богатстве в разных регионах, это значит называть совершенно разные суммы. Ну вот, например, меньше 30 – это уже бедный? Ну, опять-таки, смотря в каком регионе. Где-то на 30 тысяч можно вполне себе неплохо проживать. При том, что у вас, например, есть подсобное хозяйство, я думаю, что на эти деньги можно хорошо жить где-то в сельской местности. В Санкт-Петербурге семье прожить на 30 тысяч рублей, ну, я себе это плохо представляю. То есть меньше 30 уже бедный? Каждый сам для себя определяет это понятие, я так считаю. Меньше 40-50, где-то так, ну это бедные. 30 уже бедные, да? Да. Наверное, меньше 10 тысяч. Вот это бедные будут уже. 20 не бедные еще? Ну, и думаю, да. Это средняя такая, это проживка наша. Меньше 15 тысяч. А вы? Ну, наверное, да. Меньше. 20 уже богатый, да, не бедный? Нет, совершенно не богатый. Бедный с плюсом. Как-то средний класс уже ближе. О, мы бедные, я считаю. Да. Меньше скольки? Меньше на 35. Семью? На семью? Да, меньше 35. Бедными? Больше половины. зарплат меньше 5 тысяч у нас. Маленькая зарплата, люди живут. 10 еще не бедный? 10 это нормально у нас. А вы откуда? С Липецка. Бедный это тот, кто не хочет работать. А зарплата, можно и на 1000 рублей жить, но чем-то заниматься. Дело не в зарплате, а в желании трудиться. Ну вот 25 в месяц доход, это бедный человек? Смотря где жить. В Питере? Ну мы не с Питера, поэтому как бы в Питере мы не знаем, как жить. А у вас? У нас можно прожить. В каком городе? Челябинск. Менее 10 тысяч рублей в месяц. Ну, зависит от региона, но в целом, да. То есть 20 это еще не бедность? Вы сказали по стране? По стране 10, да. А в Питере? Ну, менее 20, я согласен. Меньше 30. Ну, я думаю, если меньше 20-25, это уже считается за чертой бедности. Да, меньше 20. Меньше, наверное, 10 тысяч. А 20 еще не бедный? Не, богач.